Да, ну, если еще останется время, может быть, даже по заявкам будет. До ремонта есть еще сутки. Ничего, до ремонта, ремонт начинается завтра. Спасибо. Давай. Я хочу вручить нашим замечательным артистам вот эти издания «Плащ-дома», которую вы там видели, от Амуты и Лёд Кольто, гостеприимная община. Спасибо. Я счастлив, что я даже принял участие в этом проекте, в какой-то мизерной мере. Но в таком проекте любая мера, она великая. А что мизерное, что конкретно? Я сделал подстрочник для двух стихотворений, которые выше перевел. Да, да. Которые войдут вот сюда. Да. В этот сборник 58 мелодий декламации, это приложение книги переводов «Синайский гимн» из улицы Гринберга, работа Иерусалимского семинара переводчиков под руководством Игоря Бельского, дипломного врата, лектор Зеев Султанович. Значит, его лекции можно слушать отсюда, читать оригиналы и переводы. И объясни, что тут есть QR-коды, вы получаете доступ и к оригиналу, и к подстрочнику, и к переводу, и к мелодикламации, и вообще ко всему. Это вообще книга будущего. Да, это книга будущего. А это, значит, альбом аудиокниг, 75 аудиокниг. Естественно, здесь текстов никаких нет, кроме содержания. Наводите телефон и слушаете. Вот так вот, ясно? Никаких текстов, одни содержания. Кто еще так умеет, кроме Миши Польского? Да, кому это нужно? Кому это нужно? Так, ну что, несколько песенок. Если кто-то что-то везет, это будет хорошо.